Здравствуйте, любимые мои! Я счастлива видеть вас на моем канале «Вселенная Таро». С вами Наталья, ваш личный таролог. Сегодня мы посмотрим чувства вашего загаданного человека к вам. Настраивайтесь на расклад. Можете назвать ваше имя, дату рождения. Подумайте о вашем загаданном человеке. Что такое мне мешает? Подумайте о вашем загаданном человеке. Назовите тоже его имя, дату рождения, если знаете. Так, давайте для начала мы посмотрим сигнификацию вашу. Вашу сигнификацию, в каких энергиях вы находитесь. В каких энергиях сейчас вы находитесь. Ну, отношения ваши зависли, или у вас зависшая ситуация, и многие из вас в позиции жертвы или в позиции наблюдателя. Знаете, я сейчас отстранена или отстранен, просто наблюдаю, посмотрю, посижу, повешу и ничего не делаю. И при этом есть ощущение, вот смотрите, видите, скованности, безвыходности, безысходности ситуации, какой-то потери, знаете, ориентира, потери смысла в жизни. Вот ничего не хочется, нет сил, нет желания. Просто хочется побыть наедине с собой, с самим собой, с самой собой. Колесница перевернутая, ничего не движется опять, ничего не происходит. Не едем мы в эти отношения, не развиваются отношения, нет контакта, да, с загаданным человеком. Но при этом, знаете, есть для кого-то из вас проиграется очень сильное сексуальное желание, а для кого-то из вас просто есть у вас сила, есть желание развивать эти отношения, войти в отношения или даже в новые уже, ну, хоть в какие-то, да, войти отношения, но по факту пока ничего не происходит. Да, такое, знаете, как бы период, когда нужно понять ценность себя. Вот осознать, а кто я есть, а что я есть для себя, а что я представляю, да, для самой себя, для самого себя. Но смотрите, либо очень скоро, либо вот скорость проигрывания этой ситуации, этих ситуаций я вам не могу сказать, да, так как расклад общий. Кто-то из вас сейчас вот в этой задержке еще, да, которую я назвала, а кто-то уже начинает, у кого-то уже ситуация, вот посмотрите, по солнцу, она просветлела, да, уже начинается радость, уже начинается счастье, движение, рыцарь мечей уже начинается динамика, уже такое пробуждение, уже какой-то свет, понимание, что вот-вот сейчас ситуация изменится, сейчас все прояснится, сейчас уже будет свет, радость и по солнцу исполнение всех желаний. Вот результата еще пока нет, да, но предчувствие, преддверие, ощущение вот этого, да, знаете, как весной природа просыпается, уже птички начинают петь, вроде еще холодно, вроде еще снег, да, вот сейчас у нас весна, да, раннее начало марта, и лежит снег, но уже вот этот запах весны, уже ощущение, оно есть. Так и у вас, из вот этого состояния, когда ничего не происходило, когда состояние такое ступора, когда действительно и ситуация подвисла, и движения нет, и какого-то вот, тоже, знаете, такое
Безнадежное было состояние. Сейчас все пробуждается. И для кого-то из вас уже вы в состоянии пробуждения, а кто-то еще вот в состоянии зависшей ситуации, да? Примеряйте каждый на себя, ну, то, как для вас проигрывается, потому что динамика может быть разная. И идет все к тому, что вам не надо будет, знаете, доказывать свою правоту, доказывать свою точку зрения, отстаивать ее либо с кем-то, либо внутри себя. Это уже не нужно. Все, вы прошли период одиночества, период какой-то, знаете, когда вам что-то надо доказывать, отстаивать, объяснять. Все, вот этот период, он уже заканчивается. Вы выходите из него. Да, пока еще вы не в полном счастье, не наполнены, может быть, до конца, да, королева кубков вышла перевернутая. Вот, посмотрите. Еще нет полного ощущения счастья, любви, наполненности, радости и вдохновения. Но все равно энергия этой карты, она уже выходит. Ну да, медленно, медленно, рыцарь Пентаклей перевернутый. В общем, медленно, но верно вы входите в состояние, когда все пробуждается, ваша чувственность, ваши эмоции, ваша наполненность, влюбленность для многих из вас проиграется, новая, может быть, любовь. Это состояние, оно на пороге. Вот-вот-вот-вот, и сейчас уже скоро это проиграется. В общем, такой сигнификатор. Напишите, как вам проигрывается, ставьте плюсики, если отыгрывается эта ситуация для вас. Да, и это состояние. И мы начинаем основной наш расклад. Какие чувства? Чувства у загаданного вами человека. Чувства к вам. Что он чувствует? Или она? Ну, в основном меня, конечно, женская аудитория смотрит, да? Поэтому будем мы на примере вашего красавчика, естественно, я буду озвучивать. Но мужчины, вы все знаете, переворачиваете все для себя наоборот. Итак, чувства, чувства к вам, загаданного вашего человека. Ну, женщина-король мечей. Шестерка Пентаклей. Вы для него, посмотрите, вы для него вот такая вот. Вот. И единственная женщина, для кого-то из вас бывшая, для кого-то из вас проиграется так, что вы сейчас не вместе, вы расстались, и он уже понимает, что вы бывшая, и вы такая вот острая, холодная, далекая. Но уж очень вы посмотрите, вы как иголка, вот, как, знаете, как заноза в его мыслях, как вот прошили его насквозь вот этой иголкой, да, проткнули, и все, и забрали эту иголочку, а ниточка-то, посмотрите, ниточка-то вьется, и никуда он деться не может. Вот вы для него такая, как заноза, да, можно сказать. Вот все время он вас вспоминает, все время вы в его мысли. Хоть вы и женщина-король в этой колоде, да, вы такая, ну, может быть, холодная, жесткая, то есть как-то вы вот с ним поступили так, или, может быть, он вас так видит, или, возможно, ситуация вынудила вас так поступить, но при этом вы для него были абсолютным даром, подарком Божьим, подарком сверху, таким, какого вообще у него не было, вот прям сверху, знаете, как Божий дар, как манна небесная на него буквально свалились, сыпались, если так можно сказать. Так, у меня карты посыпались на слове «сыпались». Так, значит, ну, конечно, счастье. Вы у него ассоциируетесь с радостью, счастьем, вот с каким-то, знаете, вдохновением, с каким-то новым веянием, вот что-то такое прям, как свежая волна. И человек ваш загаданный не готов, знаете, идти, ну вот, прощаться с мыслью о вас, идти в разочарование, идти в новое. Он не хочет, не готов. Хотя, видимо, предпосылки есть к этому, что надо. Ну, на подсознании он, видимо, понимает, что как-то надо
отказаться, что ли, от мысли о вас или уйти от вас, но он не готов пока. Ну да, возрождаться не готов, страшный суд перевернутый. Чувствую его, что, знаете, что не произошло возрождение в новом виде. Вот такое впечатление, что он хотел, мечтал построить новую жизнь с вами, а что-то пошло не так, не получилось. Потому что, вот, смотрите. Так, дальше. Но при этом вы для него, посмотрите, такая яркая, страстная, огненная зажигалочка, вдохновение, страсть, новая энергия, новое вдохновение. Вот прям все, весь огонь, весь напор. Мы вроде на чувства смотрим, да, а выходит страсть, выходит желание, выходит вот вся его, понимаете, все, все вот это связано с вами. И все его победы, все его завоевания, все его какие-то, знаете, триумфы и возможности, они связаны с вами. При всем при том, что, посмотрите, какая интересная карта. Здесь девушка сидит на своем вот этом партнере, да, на птичке, и управляет им. А птиц, да, вот этот партнер, он летит за цветочком, да, и думает, что он управляет ситуацией, что он знает, куда он летит, а цветочком кто владеет, да, кто на самом деле направляет цветочек. Это вы. И он, как бы, он это чувствует, да, на чувствах, он понимает, что на самом деле вы являетесь тем двигателем, тем движком, который запускает его чувства, на которые его чувства открываются, раскрываются, вдохновляются, если так можно сказать, да, и он готов на это, он говорит, да бог с ним, пусть ты направляешь меня, пусть ты зажигаешь во мне вот это вот и страсть, и чувство, вот, видите, и направление, куда двигаться, на все он это готов, он это осознает, вот посмотрите на дне колоды, все, все, говорит, я вижу, но при этом он согласен, лишь бы только вы вот, вот это состояние от вас поймать, да, ощущать себя рядом. Ну и также по жезлу все-таки говорит о том, что он за вами следит, где-то наблюдает, может быть, там через экран телефона или компьютера, в соцсетях, еще где-то. В общем, он всеми возможными способами, или, может быть, в окно где-то в доме, через машину наблюдает за вами. Тут прям на дне колоды пошли карты. Вот. И при этом, видите, туз жезлов, то есть у него прям буквально жезл его на вас очень ярко реагирует. Вот он тут прям вверх, видите, как цветочек растет. То есть все его страстные желания, страстные мысли, страстные чаяния, они направлены в вашу сторону. Но при этом, посмотрите, что он говорит. Сердце его разбито. Сердце его разбито. И кем разбито? Перевернувшейся королевой кубков. Вы, если у нас, видите, две тут были женщины-королевы в прямых позициях, да, то любимая, любящая, чувственная женщина желанная, она в перевернутой позиции. Что-то пошло не так, не хватает ваших чувств, не хватает наполненности, не хватает ответной любви. Любимая отвернулась, любимая отстранилась. Может быть, вы сейчас не рядом, не вместе. И вот его такие переживания, его чувства, сердце разбито, любимый нет рядом, а страсть есть, желание есть, а реализации этого нет. Ну и да, вот посмотрите, десятка кубков, все, взаимная любовь, она перевернутая. Видите? Вот вы, возможно, очень разные, совершенно из разных возрастных категорий, разных, может быть, вероисповеданий, стран, цвет кожи, в общем, все могло быть разное, да, но карта перевернутая, вот нет этой взаимной любви, нет взаимопонимания, не вместе, не идем так, не смотрим в одну сторону, не развиваем любовь, не строим отношения вот так вот, да, когда
Один подумал, второй подхватил. Когда уже чувства одного человека подхватываются другим и усиливаются, да? Вот этого нет. И на это направлены его как раз переживания и страдания. Восьмерка пентаклей перевернута. Но и нет даже выбора, знаете, он говорит, что даже и выбора нет. Вот вообще. Ничего. Не сижу, не выбираю, не смотрю, не развиваюсь никак. Ни так, ни сяк, никак. Никуда не двигаюсь. Опять крутила, вертела колоду, все равно перевернутый, посмотрите. Маг перевернутый, он уже не контролирует ситуацию, никак он не владеет этой ситуацией. Ну, видите, не маг он в данном контексте. И рыцарь кубков перевернутый, его чувства тоже перевернулись. Не скачет он в вашу сторону, не направляется никак он... Сердце, вот видите, тут очень интересный, кстати, рыцарь такой, что ваш партнер как бы передал свое сердце, отдал свое сердце девушке, да, вам, и вы сидите, вот держите его сердце, а карта вышла перевернутая, что все, вот нет этой ситуации, в общем, сплошной тут плач мирославный, что я могу сказать. Разбитое сердце, ситуация не развивается, хотя вы для вашего человека, для вашего партнера подарок, дар Бога сверху, и готов он даже быть ведомым вами, лишь бы только вот эта страсть горела, да, но по факту ничего не происходит. И сплошные только его переживания, расстройства, потому что ничего нет. Ну, давайте мы посмотрим, а какие-то, может быть, у него планы есть какие-то на вас, планы? Ну, нет, король пентаклей перевернутый, никаких планов нет, вообще сидит, висит, ничего вообще не планирует, не думает, нет у него. Сейчас, по крайней мере, никаких планов нет, может быть, потом, знаете, позже что-то придумаю, что-то начну, что-то... Какая-то идея, может быть, или мысль, или начинание, или что-то новое придет в голову, но не сейчас. Да, когда помудрею, знаете, вот иерофант вышел, когда что-то осознаю, может быть, для кого-то из вас проиграется, что он прям по иерофанту с предложением придет. Вот, знаете, висит-висит пока на повешенном, думает-думает, а потом прям вот к кольцу. Ну, не знаю, не для всех, конечно. Да, сейчас, видите, вот такое вот состояние, как будто в запутанности, за решеткой за какой-то, и надо распутываться, надо выходить из этой ситуации, но пока что сил нет, движения нет, дьявол перевернутый, есть только вот эти вот, знаете, страсти, они нахлынывают, то захватят прям мысли о вас, засыпает и просыпается, только думая о вас, и буквально накрывает там по ночам воспоминания, как, может быть, вы вместе проводили ночи, или как бы он представлял это, хотел с вами, потом отпускает, вроде как все, вроде как полегчало, перестал думать, потом заново все это возвращается. В общем, такие состояния нестабильные, я бы сказала. Ну и правосудие перевернутое, то есть он, его действия, как он считает, что пока это все несправедливо, все вот, что с ним произошло, так не должно быть, поэтому он и бездействует. Женщина, король кубков перевернутый, солнце перевернутое. В общем, опять он говорит про то, что все чувства перевернулись, что вы вот такая теперь нечувственная, нелюбимая, не любите его, не, знаете как, не направляете свои чувства, свою любовь в его сторону. И поэтому его солнце вот тоже перевернуто, счастье его перевернулось. Он не ощущает это, понимаете? Ну, идея, опять, мы спросили действия, а он все, ваш человек... Все рассказывает, как ему больно и печально. В общем, действий я тут не вижу никаких. Пока, по крайней мере. Все страдания, описывание ситуации. Ну да, девятка пентаклей, что вот опять ресурсов нет, сил нет, возможностей нет.
счастья не получилось, там семьи не получилось, любимая не со мной, вот такая вот. И он вам не дает ресурсы, понимаете? Здесь вот посмотрите, в этой карте девушка, у нее все-все-все ресурсы. Вот у нее тут и шляпка прекрасная, и птичка, и какие-то тут и яблочко, и серьги шикарные. В общем, все у нее есть, перевернутое, ну, то есть ресурсов нет, не дает он вам никаких ресурсов. Ничего он не дает. Ну, и не планирует. Рыцарь мечей перевернутый, и не буду действовать. Ну, смотрите, какой с характером, прям что-то прям... Серьезное такое. А давайте мы тогда посмотрим, вообще нужен он вам, ваш загаданный человек. Кого-то вы загадали прям. Королева жезлов. Ну, вы знаете, вы тут сами очень яркая, очень сильная, очень такая и целеустремленная, огненная натура. Вот. И в целом вы можете совершенно спокойно быть вот самой собой. Но для кого-то, кто не может быть, тоже все-таки жезлы — это такая страстная карта, да, и если вы совсем не можете без него, ну, тогда, конечно, нужен. Но в целом вы очень самодостаточная, яркая, интересная личность. И нет у вас никаких страхов, нет переживаний вообще, что вы тут в одиночку, придет он или не придет, то есть совершенно... Ну и смотрите, десятка пентаклей тоже перевернутая. В общем, я не вижу тут того, что вы прям страдаете, что это последний партнер там в вашей жизни. Нет такого. Я бы сказала наоборот, что тут как бы, ну, пока перспектив таких прям ярких, видите, на семейные отношения с этим человеком нет. Ну, потому что, видите, он в каком-то зависшем состоянии. И для вас это, мы же последнее спросили, вот для вас это нужен он вам или нет? Ну, я не вижу, что вот прям, знаете как, это последний ваш шанс, и все, если его не будет, то мир перевернется. Нет, нет. Смотрите, наоборот, повешенный, перевернутый вышел. То есть как раз-таки вы выйдете из зависшей ситуации. И обратите внимание на сигнификацию. Мы смотрели, что тоже был повешенный прямой, да, с чего начиналось, что вы были в повешенном. А сейчас все, он переворачивается, что вы выходите из этого состояния жертвы, из состояния, когда все зависло, либо отношения ваши зависли, либо у вас вот все такое, да, было состояние зависшее. Ну, все, этому конец приходит, и... Как бы тут история не про партнера вашего, да, а про то, что вы были в таком периоде, на таком этапе, когда ничего не происходило, когда был вот зависшие ситуации, вы даже немного в такой вот состоянии, в жертвенной были, да, но вам этот период нужен был, чтобы как-то заглянуть внутрь себя, посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, может быть, как-то переоценка ценностей, переосознать себя, да, ценность себя. Вы через вот эту ситуацию прошли какой-то апгрейд, прошли изменения. Ну да, и посмотрите, тоже перевернутая. Вот карта ограничений, она перевернутая. Все, вы выходите вот из этой клетки. Больше вы не находитесь в этой вот ситуации, что вы в клетке, и тут даже вот крылья, как они в этих спицах клетки запутались. Карта перевернутая, все, вы из этой ситуации выходите. И тут не история про вашего загадного человека, что только с ним вы сможете выйти из этой ситуации, или только благодаря ему, или он вас вытянет из этой ситуации. Нет, вне зависимости от того, есть он с вами или нет, придет он к вам или нет, вы выходите вот из этой ситуации самостоятельно за счет осознания ценности себя, за счет какой-то внутренней переоценки, мудрости, пройдя вот эти вот какие-то тоже, может быть, страдания для кого-то из вас, переживания, там, одиночество, еще что-то. И вы выходите вот из одиночества, из грусти, да, тоже четверка кубков перевернутая, вот посмотрите, где девушка одна, и да, тут пришел гусик, да, птичка-гусик держит зонтик, но девушка одна. Все уже, вот это одиночество, вот эта грусть, вот эта какая-то тоска, она все, она уходит, она переворачивается. И все, что было медленно, все, что практически не двигалось, там, знаете, не развивалось, оно заканчивается. Вот этот период заканчивается.
Для вас сейчас совет. Вот вдохновитесь какой-то мечтой. То, что больше всего вам хотелось, о чем вы мечтали, если это касается отношений, да, мужско-женских, прям намечтайте самое-самое вообще, что только может быть возможным, самое вообще, ну, нереалистичное. Вот представляете это. Вам сейчас надо вдохновиться, буквально вот посмотрите, взять свою жизнь в свои руки, вот как женщина-император, видите, тут за ниточки она дергает марионетки. Вот представьте всю свою жизнь, как вы проживаете, что вам нужно сделать, прям план напишите, как вы видите ваши отношения, там, либо с этим человеком, либо просто абстрактно. Лучше всего, знаете, напишите, какая вы в... Вот какой вы себя видите, какой вы себя, идеальную версию себя хотите с партнером. Ну, или мужчина, вы себя видите для мужчин. Ну и все, женщина, король пентаклей, посмотрите. Все ресурсы вам будут даны. Вот пропишите все ваши вот эти планы, да, мечты, именно с точки зрения еще и ресурсов. Не просто какая-то эмоциональная, ментальная часть, но и земная. Прям оцифруйте это, там, если это материальные какие-то составляющие, прям в цифрах, в суммах, в деньгах. Если это энергия, там, например, отношения глубокие, отношения наполненные, когда у нас там взаимопонимание, когда мы друг друга поддерживаем, когда мы опора друг для друга. То есть прям вот пропишите все это, да? Ну, если это не касается отношений, если это, может быть, какие-то партнерские отношения, какие-то финансы, то как раз тоже прям все это оцифруйте. И, ну, и вот смотрите, на дне колоды колесница, и вы поедете как раз в эту сторону, в это направление. Что я могу сказать? Очень интересно, да, смотрели мы на вашего загаданного человека, на его чувства, а на самом деле тут раскрылась больше глубина про вас, что... Этот человек, он просто вскрыл, да, вскрыл какие-то ваши, ну, через вот эту ситуацию, может быть, через переживания, через страдания, через какие-то чувства. Вы прошли и проходит, ну, кто-то прошел, а кто-то еще проходит апгрейд. Вы проходите трансформацию, вы проходите какие-то изменения, да, которые вас... перепаяют, перешьют, и вы после этого становитесь совершенно другой, цельной личностью, вот такой вот, или таким, да, мечтающей, зажигающей звездой. Возможно, вы для кого-то будете звездой вот такой вот прекрасной, манящей. Мне кажется, прекрасный расклад. Давайте мы еще посмотрим. У меня новая колода, все ответы внутри. Какие ответы у вас внутри? Загадайте пока вопрос, на который вы хотите получить ответ. Это оракул мы возьмем. Карта леса, она у меня уже сегодня выходила. Если все идет не по плану, возможно, вы просто блуждаете в дремучем лесу и не видите свой путь. Видите? Просто выйдите из дебри, не блуждайте в лесу. Еще что вам оракул хочет сказать? Слушайте, эта карта тоже сегодня выходила. Море. Совершать ошибки нормально. Идеальных людей нет. Разрешите себе ошибаться и плывите дальше по морю возможностей. Так, ну третья, я надеюсь, она не повторится. Причем эти карты у меня на личном раскладе, даже не я их доставала, а клиент у меня доставал сам. И сейчас они повторились. Ну, вы посмотрите, какая прелесть. Любовь. Когда вы полны любви, все видится в других красках. Раскрасьте свой мир как можно ярче. У вас для этого есть все. Прекрасная карта. И под ней еще, посмотрите, вторая. Сейчас мы ее посмотрим.
поиск. Откройтесь новому опыту. Другие эмоции, люди, привычки – это начало чего-то хорошего. Дерзайте. Ну вот это как раз к вопросу, что вы выходите из повешенного, из состояния, когда ничего не происходит, да? Посмотрите, даже оракул повторяет. Сначала лес – это запутанность, дебри. Вам надо выйти. Вам надо выйти, вот море, плыть по волнам, разрешить себе плыть. Позволить себе увидеть путь и плыть дальше. После этого появляется любовь. И дальше у вас новый поиск нового хорошего. Новый опыт. Дерзайте, дерзайте, идите. На дне колоды путь. Посмотрите. Путь. Будьте спокойны. Все идет так, как задумала Вселенная. Ваши усилия принесут плоды. Это тоже карта сегодня была. Из 5 карт 3, которые сегодня уже доставал мой клиент. Очень удивительно. Посмотрите, вот из этой колоды. Ну, она не очень большая. Тут сколько карт? Не знаю. Сколько-то есть. Может, около 50 или... Ну, неважно, в общем... В очередной раз убеждаюсь, что никакая теория вероятности тут не работает. Пожалуйста, напишите, как вам проигрался расклад, как вам отзывается, проигрывается эта ситуация. Напишите про вашего красавчика, действительно ли у вас, вот, потому что тут очень интересная ситуация, что на самом деле у вас проигрывается в жизни и насколько отзывается этот расклад. Конечно, общие расклады, да, они проигрываются, может быть, не на 100%, а там у кого-то на 80%, у кого-то на 60%, в зависимости от сигнификации и от энергии. Но, тем не менее, мне очень важно и нужно знать, как у вас отыгрываются мои расклады. Напишите, что бы вы еще хотели, какие бы вы расклады хотели, да, чтобы я для вас делала, чего, может быть, вам не хватает, или наоборот, что для вас полезно и важно. Мне любая ваша обратная связь очень важна, ценна и нужна. И, конечно, ставьте лайки обязательно, да, для энергообмена и для того, чтобы YouTube продвигал мои видео и как можно больше людей могли посмотреть эти расклады. Вот, ну и подписывайтесь, кто не подписан, не подписан. А вся информация обо мне под этим видео. Я вас люблю и всем мира.